Ну давай минус, давай минус. Так, ребята, короче, сейчас битва с Эмгаром, который вообще в золоте играет на ховерах. Я нифига не умею. Ой-ой, тут еще это... Это что, на шифт на воде, да? Конечно, поехали. Давай, будем... Не знаю, как я сейчас с ним подуэлюсь. А я сейчас с этой стороны зайду. Так, давай этот. Оп, новый в долгерках. О, я с этим Эмгаром, который в то. Да-да-да-да, я с этим, с блогером, с хорошим, который тут. Да. Еще мало откатится, опа. Ща, мам, иду. Еще там. Была так блок. Ой, так, блок питания, блок питания на вторую, а хамелеон пусть будет на единичку. Опа. Второй раунд, битва на гелиусах, чисто на гелиусах. Я уже поменял управление как надо. Красиво он меня, конечно, сделал. Грамотный чувак. Но в этот раз я так легко не сдамся. Оп, сразу в инвиску. Не вижу, где он. А ну-ка, давай, иди сюда. Ты догони сначала. Да, конечно, играет он вообще. Да. Ну, короче, я ему написал спасибо, что со мной покатал. Красиво он мне, ребят, сделал. Он, конечно, топ в этом плане. В принципе, ховеры примерно похожи, но у него стиль игры офигительный, конечно. Он вообще грамотно сыграл. Ладно, ребята, кому понравился ролик, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо. Ну, вот он пишет, не расстраивайся, типа, научишься потихоньку, нужен опыт. Да. Так что вот так что. Всем спасибо за просмотр.
подписывайтесь на канал, ставьте лайки.